Ну що ж, друзі, продовжуємо з вами, як і обіцяла, до нас вже завітав гість, але маленька така підводочка, тема нашої розмови. З 3 вересня в нашому місті очікується такий собі фестиваль Urban Days Миколаїв, який буде з 3 по 10 вересня, дуже насичений, дуже багато подій, які будуть відбуватися в рамках цього фестивалю, про це і поговоримо, трішечки проанонсуємо. Доброго ранку, у нас вже в гостях в нашому ранковому ефірі Роланд Байрузян, голова організаційної групи саме цього фестивалю. Дякую, що знайшли час, знаю вашу зараз зайнятість у підготовці до цього масштабного фестивалю. І розпочнемо з самої першої події, яка відбудеться 3 вересня об 11:00 в кінотеатрі «Юність». Що це буде за подія? Можна зробити небольшу ремарку. Я глава організації «Альтерспорт». А над фестивалем роботи тут дуже велика команда спеціалістів. Ви є членом організації, да, так? Да, да, угу. Да. Значить, головним організатором є агенція розвитку Миколаєва, і ми вирішили підійти к празднуванню міста з немного нетрадиционным образом, и уйти от одного дня празднования 10 сентября, а расширить это мероприятие таким образовательным проектом. То есть все присвячено до Дня міста. Так. А мы звикли, что как День міста, выступают на площади співаки, потом фейерверк, будет по-инакшему, по-европейскому. Да, мы решили предложить горожанам пересмотреть этот день и вообще взгляд на город, на его интерьер, экстерьер, на пространство городское. Угу. И 3 сентября мы предлагаем и приглашаем всех желающих сначала зарегистрироваться, но и потом прийти в кинотеатр «Юність». Так, «Юність». Там будут у нас гости из всей Украины, будут мэры городов. Андрей Садовин. Да, мы его пригласили также. Планируются также мэры городов Николаевской области. Вот, и там будут лекторы, будут гости, которые будут рассказывать о том, как сегодня, куда движутся и развиваются города, современные города мира и Украины в том числе. Но это будут гости, как я знаю, из Киева, из Одессы, да, из Херсона. У нас очень большая география, я не собирался рассказывать, но это и Львов, Ивано-Франковск, это Харьков, Одесса, Николаев, это, возможно, Винница, Киев. В общем, широкий спектр. Так. Тобто, я знаю, що от під час цього заходу будуть підняті найбільш такі актуальні та важливі питання нашого міста. Ось, наприклад, організація громадського транспорту. Які ще питання? От їх дуже багато, давайте, да, щоб знали, на що чекати. В цілому, підход у нас такий. Ми пропонуємо пересмотреть внешній вид міста. Фасади, так називаємо дизайн-код. Это фасады, облик улиц, номерочки на домах, адрес, указатели. Это транспорт, это безопасное дорожное движение, организация дорожного движения, чтобы у нас снизилась до нуля, так называемая, смертность на дороге. Вот. Это парковые зоны, это зоны отдыха, это рекреационные, где люди могут проводить время, так называемый громадский простор, где люди могут проводить свободное время, отдыхать, общаться. Проводити своє час. Тобто все це буде обговорюватися саме під того заходу, так? Ви казали, що варто зареєструватися. Яким чином? Це в соціальних мережах чи десь підходити? Є у нас група «Миколаїв Urban Days» в Фейсбуці і точно таке ж названня «Миколаїв Urban Days» ВКонтакте. Угу. От там є регістраційна карта, щоб ми просто бачили, скільки чоловік чекається. Там нічого складного немає, саме прості дані. Таким образом ми определяємо, скільки буде чоловік і розуміємо актуальність цього мероприятия. Я думаю, що воно актуальне, це, ну, безумовно, цей захід, але все ж таки, на кого більш чекають? Чи це буде молодь, чи це може бути якісь досвідчені бізнесмени нашого міста? Абсолютно широкі. Ну, всі, хто живуть в місті, так іначе сталкиваються з його середою, середою обитання. Тому це стосується абсолютно кожного, хто готов приймати участь, або, ну, так, скоріше, це більше для тих, хто готов приймати участь в розробці, в розвитку нашого городського пространства. Да, щоб не просто обговорити і забути, да, та, да, щось, да, робити. Але не єдиним цим заходом так багатий наш, скажімо, Urban Days. Що ще буде розказувати? Знаєш, що дуже багато. Так, да, мероприятие дуже велике. Тут на цілий ліст у нас програма. Починається з 3 числа з форуму. Потім делегація і всі, хто прийде на це мероприятие, передвинуться на головну площадь міста, Соборну. Там вже буде у нас встановлена так називаємо міська майстерня, майстерня міста. Там будет большой павильон, будут у нас печа-куча, это интересный такой формат, это блиц-презентация, и в ней будут принимать участие первые замы нашего мирского головы, вот, и главный архитектор города.
Вот. Что они будут презентовать? Да, их задача – это показать, что было сделано в ближайшее время, последнее. И самая главная задача – это перспектива. Над чем они будут работать в ближайшие там, год, два, может быть, пять, для того, чтобы наш город стал лучше. Это мы смотрим сейчас на перспективу. Мы старые почти что поднимать не будем. Это довольно непогана практика, да? Да, мы не будем перемывать никому кости, мы хотим посмотреть, как они видят будущее города. И что они уже сделали, да? Ну вот, да, как они, в каком состоянии находятся и что мы будем видеть дальше в городе. Вот, потом мы после этого печекучи будет небольшой концерт электронной музыки. И в течение недели будут воркшопы по уличной мебели, мы будем показывать, специалисты будут рассказывать, как делать из подручных материалов уличную мебель. Вот, будут у нас кино под открытым небом, каждый вечер мы будем показывать урбанистичные фильмы о том, как происходят изменения в городах, экологический вопрос, вопрос взаимоотношений людей в мегаполисах, потому что тоже психологический момент имеет значение. Будет у нас детская зона, можно будет поработать с детьми, у нас будут аниматоры, будут разные конструкты, мы ожидаем, что мы планируем это все реализовать, и будут работать с детьми, вот с тактильными предметами, так говорить. Так насыщенно, так и слухайте. Да, потом у нас будет... Багато чего. Да, велопробег. Ну, велопробег, це безумовно. Да, 10 сентября. Так, от розкажіть нам, тому що ви ж безпосереднє обличчя, да, всіх цих пробігів, велопробігів. Може, щось незвичного буде розказати. 10 сентября, да, у нас є такий момент. Значить, 10 сентября ми приглашаємо всіх в 10 часов утра на площу Соборну. І в 11 часов у нас буде движення по городу. Будет большой велопарад, мы ожидаем больше 1000 велосипедистов. А по возвращению у нас будет бесплатное сервисное обслуживание велосипедистов, там, без продажи запчастей, если там кому-то гаечку подкрутить, что-то подмазать, сделать консультацию, это все можно будет сделать бесплатно. Мы предполагаем, что будут необходимость в этом, и это снизит аварийность в том числе. И, ну, люди некоторые не совсем понимают технических особенностей велосипедов, они просто любят покататься. І ми там поможемо привести в порядок. Ну, тому що бажаю, що дійсно буде багато. Ну і на завершення, що нас чекає? Ну, 10-го числа буде концерт большой. Ми к нему отношения не имеємо. Ну, ще, да, буде фотовиставка у нас. І будуть ще, ми приглашаємо туди зоозащитників. І ми предполагаємо, що буде можливість приютити животное к себе домой. Із приюта городського. Будет возможность взять себе домой животное. Это будет какая-то выставка, аукцион, ну, и что это будет бесплатно, будет просто оформлен документ, да, эти животные чипированы, они, так сказать, приведены в такой безопасный вид, без подробностей, но, да. Ну, то есть належный, да, чтобы можно было... они будут пронумерованы, будут медицинское у них обслуживание есть уже, и люди могут получить себе домой животное, чтобы его, в общем-то, никуда не дели дальше. Так. Вот еще очень интересный формат. В рамках всего, в течение всего мероприятия будет такой проект Doku Days. Вообще он планируется в 20-х числах сентября, но у нас будет возможность принять участие в этом. Doku Days – это фестиваль документального кино аматорского, вот, где любой желающий может собрать себе команду, снять фильм на тему «Змины в Миколаеве». Вот, и у нас будет в пятницу, 9 сентября, будет показ всех работ. И победители получат возможность принять участие в большом фестивале. Так, так. Ну, у нас Андрій Лохматов, навіть уже був гостя. Да, це воно єдине таке з громадським проектором. Да. Так, так. Тобто можете долучатися. Ще час є, я так думаю. Так. Ще серпень поки що на дворі. Да. Скажіть, це перша така практика. Ну, давайте казати, святкування Дня нашого міста. Така масштабна практика. Завжди, якщо коли щось нове, ми чогось чекаємо, якихось результатів. Що можна очікувати від такої практики святкування от нашого міста? Що змінить? И чи затвердится вона у нас, как вы гадаете? Прежде всего, я уже повторюсь, мы хотим, чтобы у людей возникло ощущение так называемой, ну так как мое слово, которое я для себя рассматриваю, это претензия к городу. Так. Мы хотим, чтобы люди начали разбираться в том, что хорошо, что плохо для города. Какая реклама правильная, какая неправильная, какие должны быть общественный транспорт, какой он не должен быть, каким должно быть дорожное покрытие, каким оно не должно быть. Это вот то, что вот интеллектуально мы хотим, чтобы люди для себя приняли. Чтобы они были общественно активными, чтобы они писали письма в нужные инстанции и требовали от застройщиков, от тех, кто делает ремонты,
соблюдение этих норм. Главное, чтобы написание этих листов помогало. Результат мало. От гаряча така новина, я сегодня ее зачитывала в интернет-огляді, в громадском транспорте не будет играть музыки. Хотелось бы вашу, коротенько вашу думку с приводу цього, згодні ви чи ні, як активна людина нашего міста? Ну, я тоже пользуюсь общественным транспортом. Да, очень часто бывает, что водители не слышат объявления остановок, и когда сами спрашивают, тоже не слышат ответов. Не всегда, конечно, на вкус и цвет музыки сложно найти, особенно музыка такая специфическая играет в основном. Поэтому я считаю, что это нормально. Вот. Хотя, конечно, может быть, какую-то классическую музыку можно было бы ставить. На замену, да? Да. Такие вуличные, чи шансон, да, жанры вон такие смешные. Ну, я не жанр, но в целом... Чего так? Да, шансон, да, действительно, да, все про это кажут. Ну, добре, дякую вам. Что ж, готуйтесь. Еще не так много часу осталось до нашего фесту, который будет с 3 по 10 вересня в нашем городе. Я дякую вам. У нас в гостях был Ролан Березян. Дякую, что так ретельно розповіли кожну подію. Ми тепер єдине, що чекаємо за терпінням, щоб побачити це на власні очі. Гарного вам продовження дня.